сезон простуд. Тысячи заболевших. В аптеках ажиотаж. Скупают противовирусные капли, спреи для горла. Препаратов хватает. А вот с некоторыми антибиотиками проблемы. Молдова не пропускает часть лекарств российского производства. Фармацевтам приходится искать аналоги. Самое большее пользуется, конечно, популярностью, это у нас орбидол, его аналог арпифлю. Также очень часто пользуются популярностью анаферона. Сиропы это детские, да, конечно, идут, противовирусные. 90% покупателей, к сожалению, сейчас за этим обращаются. Аптека в центре Тирасполя, очередь за лекарствами, а температуры, насморка, кашля, ну и витамины. Каждый день приходят до 150 человек. В аптеке говорят, рост заболевших привел к очередям еще в конце декабря. Особенно в ночное время, так как ночью, к сожалению, и детки начинают себя показывать, то, что температура поднимается, взрослые также недомогания. То есть, и так много как ночью мы, приходят? Да, так как мы круглосуточная аптека, и здесь, на данном районе, мы одни. Вот цены на лекарства. Противовирусные таблетки и капсулы от 25 рублей до 400. Капли назальные есть за 12 рублей, самые популярные до 50 рублей. Спрей для горла до 150. У Виктории заболел муж, пришла в аптеку, чек вышел на 700 рублей. Была температура и боль в горле, и насморк, и перетекло в бронхит, поэтому сейчас будем лечить. Противовирусных в аптеках хватает, эти препараты помогают на начальной стадии болезни. Врачи говорят, вирус, который сейчас ходит, агрессивный, часто его дополняют инфекции бактерий. Тут уже нужны антибиотики, с ними как раз проблемы. Дефицит из антибиотиков, то есть не присутствуют все антибиотики. Если присутствует антибиотик, как пенициллинового ряда, амоксициклиновый, то у нас еще эти группы есть. Но есть группы, которые цефалосперин, препараты третьего поколения, как цефиксин. Спасибо. Есть и проблемы со стороны Молдовы. Молдова не пропускает грузы с российскими лекарствами. В аптеках пациентам подбирают аналоги молдавского и европейского производства, а они дороже. Бывают проблемы и с другими лекарствами. Тот же спрей для горла «Ингалипт». «Ингалипт», например, за 20 рублей и за 40 рублей. Вот я, к примеру. 20 – это российский? Ну, 20 – это Россия идет, Флюмет, фирма, которую они совместно, производители Молдова, он до 40 рублей. Российские препараты, они самые дешевле. Грипп, ОРВИ. В Приднестровье тысячи заболевших. Высокая температура, кашель, насморк. При первых симптомах болезни в поликлинику. Врачи рекомендуют вспомнить про маски в общественных местах. В аптеках маски есть. Самые дешевые, одноразовые, по рублю. Есть и дороже. Респираторы по 20 рублей.